все взрослые станут плотно-плотно, как забор, а вы должны будете в заборе дырку сделать и на другую сторону перелезть. Стали. Должны плотно, чтобы никто не пролез. Значит, ваша задача расковырять дырку в заборе. Вот, и пролезть на другую сторону. Потом снова отбегаете и снова участвуете в этом. Ясно? Да. Готовы? Да! Вперед! Значит, от того, что вы забор ломаете, он может упасть. И когда вот услышите сирену, значит забор сейчас весь будет падать вперед. Надо быстро от него убежать. Понятно? Вот, допустим, сирена зазвучит так. Забор упадет. Понятно? Нет, вас может придавить, если вы не убежите. А потом, когда он уже упадет, можете по нему пробежать. А может, я тоже? Понятно? Готов! Не слышу, готовы? Вперед! Толкай его, толкай!